Аллоха, друзья! С вами игрушечный канал Map Loud, и сегодня у нас в гостях вот такой вот большой дом. Или мы у него в гостях. Замечательный, прикольный, громадный. Он реально громадный. Видите, как пришлось далеко ставить камеру. Аж у меня видно по бокам там обои. Он на 76 сантиметров аж в высоту. Так что обзор у нас сегодня будет про кукольный дом. Называется он «Сказка». А купила я его зачем? Порадуюсь за себя. Может, вы за меня. Ко мне едут вот такие замечательные игрушечки. На экране вы видите картиночку. Это у нас Equestria Girls куколки. Мини-чиби. Едут они ко мне из Америки. Они у нас 11 сантиметров в высоту. И как раз будут жить они в этом домике громадном, большом, сногсшибательном, великолепном. А начну я с того, то покажу вот такую вот упаковку, в которой, оп, приехал наш замечательный домик. Упаковка не такая большая. Домик был у нас запихан в нормальную пластмассовую упаковку. Оп. Тут веревочки даже есть, чтобы его таскать. Открывается он с обратной стороны. И вот там лежало все, что нужно. Внутри изначально, смотрите, есть то, как выглядит дом, картинка. Написано: конструктор, кукольный домик, сборная игрушка из дерева. Да, он у нас из дерева, из фанеры сделан. Также написано его габариты: 760 в высоту, 450 в высоту, 290 в ширину, в глубину. Это у нас он таких размеров. Ну, соответственно, 76, 45, 29 сантиметров. Внизу у нас написано: подробная инструкция по сборке, экологически чистый материал, не вызывает аллергии, состоит из 182 деталей, модель деревянная, сборная, кукольный дом, понравится каждому ребенку. В набор входит 182 детали из фанеры, из которых можно собрать настоящий дом. Игрушка изготовлена из экологически чистых и безопасных материалов. После сборки домик можно покрасить или покрыть лаком. Не требует для сборки клея. Правда, не требует, честное слово, собирала я его часа 4, наверное. Давайте посмотрим. Вот так у нас выглядит инструкция. Она у нас на разных листах, плотные листы, хорошо выглядит. Вот самый первый листик, я их малость перепутала, когда собирала. Так наш дом выглядит собранный, ну вы видите это на заднем фоне. Также там перечисляют, какие есть детали в комплекте. Ну и, конечно же, как собирать сам домик. Тут все по пунктикам расписано, как весь этот домик собрать. Думаю, если у вас будет такой домик, то вы его тоже соберете. У меня, кроме домика, в комплекте также куча мебели пришло, тоже деревянный. Поэтому в купе, наверное, у меня около 7-8 часов заняло сбор всего-всего-всего. Вот такие вот тут есть различные детальки деревянные, которыми крепятся разные части домика. Сам весь домик отдельно здесь лежал и радовал меня, не считая того, что это было очень-очень сложно собирать. Еще, так как это дерево, можно себе наставить мозолей, царапин, заусенец и тому подобное. Поэтому, если у вас будет такой домик, то его обязательно собирать с родителями. Ну, плюс есть здесь очень детали тяжелые, которые трудно соединить. Да и, в принципе, я сильно с ним очень мучилась, кое-где тупила, не могла его собрать. Поэтому, пожалуйста, если вы не очень взрослые, то обязательно маму, папу, дедушку, бабушку, брата, сестру, всех, кто может вам помочь. Особенно пригодится как раз какой-нибудь брат или папа, которые смогут тяжелые детальки соединить. Особенно это касается мебели, в которой маленькие детальки, их надо всунуть в маленькие отверстия, и это очень-очень тяжело сделать. Вот, но дом все равно очень замечательный. В комплекте с домом идут занавесочки. Я потом разверну домик и покажу, что там внутри. Так как игрушки у меня целых 11,5 сантиметров в высоту должны прийти, то я решила, что домик должен быть большой, поэтому каждый этаж здесь 20 сантиметров в высоту. Есть входные двери, есть балкончики. Все это можно красиво-красиво раскрасить. Сейчас вы увидите на экране. Тык-тык-тык-тык. Разные варианты, как домик этот красили. Очень красиво получалось. Домик весь резной. Его можно с удовольствием взять кисточку и начинать мазюкать, как вам только захочется. Ну и давайте я сейчас поверну его, покажу с торцов. А потом с внутренней стороны покажем его убранство и покажу вам различные комплекты мебели, которые ко мне пришли и которые можно внутрь поставить. Ну, вот так он у нас выглядит с одного боку. Вот так вот.
Ну, ничего примечательного, обычный дом, есть окна, есть на них специальные такие, не знаю, карнизики, зонтики сверху. Сверху у нас такая крыша, как будто бы черепица на ней нарисована. А совсем сверху, если посмотреть сейчас, там виднеется уже мой свет. И есть труба, вон там вот. Это у нас как будто бы дымоходная труба. Давайте с другой стороны переверну, посмотрим, что у нас с другой стороны. А, вот так у нас выглядит с другого торца. Внизу у нас видны балкончики, такая терраска, второй этаж балкон. Также опять окна, внутри вон занавесочки виднеются. Наверху у нас чердак виден, окошечко чердака. И опять мое небо ввиду света, чтобы все было видно. Ну, вот так вот неплохо выглядит. Простите, здесь у меня сбоку, видите, свет торчит, чтобы освещать. И поставить некуда, комната небольшая. Как-нибудь так. Ладно, пусть будет. Так, и сейчас я вам покажу, теперь, конечно же, изнутри, как он выглядит. Это самое интересное. Вот так он у нас выглядит изнутри. У него, смотрите, есть 4 комнаты. Внутри есть лесенки. Ну-ка, давайте даже посмотрим. Вот так вот, видите, лесенки внутри все украшены красивыми занавесками, которые шли в комплекте. Для них есть и карнизы, занавески. Также, ну, как мы видим, у нас есть 4 комнаты. 1, 2, 3, 4. И наверху, на чердаке, у нас есть еще 2 комнатки. Видите, одна и вторая. В каждой из комнаток можно расположить вашу мебель, ваши игрушки. В общем, дом на самом деле очень прикольный, большой. Я маленькая всегда хотела о большом кукольном домике, в котором могли бы жить все мои зверушки. Я с куколками-то не очень играла. Зато у меня куча всяких собачек было, котиков, игрушечек маленьких. Вот, им самое то здесь жить. Вот, смотрите, к примеру, есть у нас вот такая кукла. Это у нас Rarity стандартная куколка. В супер моем специальном таком костюме, платьице у нее, которое я вам потом покажу. Прикольно у меня будет показ мод. Куколка у нас такого размера не подойдет. Оп, видите, не влезает. Поэтому нужны куколки поменьше размером. Были домики для кукол, которые выше 30 сантиметров высотой, но они мне не очень понравились. Плюс они настолько громадные, что у меня в комнату-то и этот не влазит. Хотя совсем будут... Тот домик совсем будет у меня сам размером с мою комнату. Зато вот есть маленькие поняшки, которые там могут жить. Ей, арась, арась. Ну, вот так, смотрим. Если у вас есть поники, то поники могут жить в своем собственном замке, в своем собственном доме. И вообще можно посчитать, что это у нас аж замок целый, кроме Twilight Sparkle. Видите, на нижнем этаже у меня уже есть Pinkie Pie, Sunset Shimmer, чуть повыше Applejack стоят и Rainbow Dash. А на самом верху, на чердаке, у меня Fluttershy и Rarity уместились. Видите, игрушки идеально зато вписываются, поэтому домик, правда, большой, громадный будет. И игрушкам этим подойдет. Давайте поближе теперь рассмотрим все. С внешней стороны мы все убранство посмотрели. Теперь посмотрим с внутренней. А также рассмотрим комплекты мебели. Ну, вот так вот выглядит наш домик. Если его поближе рассмотреть внутри, что, смотрите, есть лесенки. Конечно, поняшки внутри стоят, которые идеально вписываются по размеру. Надеюсь, мои куколки, которые приедут, также в него впишутся хорошо. Наверху вон виднеется наш чердак красивый. И я вам давайте покажу, комплекты мебели шли еще. Вот, к примеру, первый комплект называется спальня. Если мы открываем, внутри мы видим, ей, спальню. Все было в разобранном виде, поэтому удовольствие для забирания всего этого счастья вам предоставлено будет точно. Ну, давайте все попробуем расставить внутри. Давайте начнем с первого этажа. И вот у нас первый, к примеру, идет, у нас есть шкаф. Он открывается, в нем есть, смотрите, полочки, поэтому можно туда даже что-то класть. Ну, к примеру, давайте будем его ставить к Sunset Shimmer куда-нибудь. Оп. Ой, упала Sunset Shimmer. Также есть кровать внутри, все деревянное. Все, если что, можно, к примеру, покрасить разными цветами, чтобы все было ярко, красиво, а не просто деревянного цвета. Или, к примеру, различными, не знаю, одежду, не одежду, постельное белье кого-нибудь положить, шить. Есть вот такой вот комодик. Смотрите, везде открываются у него ящички. Ящички можно что-то класть. Собиралось все это с трудом, особенно вот эти как раз ящички всякие. Оп, туда в угол поставим.
Есть еще один комодик, все открывается. Я сейчас пока что не очень красиво расставлю, просто тяп-ляп. Даже есть стульчик вот такой, его тоже можно поставить, к примеру, вот здесь. Ну и вот так у нас, смотрите, сразу комната украсилась, стала такой красивой, деревянной, а главное, в ней что-то сразу появилось. Также здесь у нас есть, оп, кухня, набор из кухни. Поэтому, если мы его открываем, внутри, опа, у нас видна кухонька. Все, конечно же, опять было собрано мною отдельно. А теперь мы можем это все поставить. Давайте вот так вот на второй этаж поставим. У нас есть холодильник. У него открываются дверцы. Внутри что-то лежит. Можно класть продукты. Вот, давайте туда поставим. Есть у нас, смотрите, кран. Умывальник. Внутри можно мусорное ведро поставить, если вы его найдете. Его сюда поставим. Оп, плита есть, она открывается, смотрите, есть ручечки, есть конфорки, красиво. Давайте туда поставим. Даже стиральная машинка есть. Ой, правда, тут надо будет приклеить, скорее всего, у нее малость вываливается ее стеклышко, но ничего страшного. Оп, поставим вот здесь. Есть стол. Стол у меня малость развалился. Так, оп. И вот так вот у нас столик складывается. Можно стол поставить обеденный. И, конечно же, у нас есть куча стульев, на которых могут сидеть ваши куколки. Оп. Оп. И есть... что это? Шкафчик какой-то тоже. Ой, сюда поставим. Вот опять комната сразу стала такой большой, со всякой мебелью, сразу красивее стала выглядеть. Если вам вдруг будет не хватать места в вашем домике, то можно просто вытащить какую-то мебель, и тогда будет больше места для ваших поняшек, для ваших куколок, для любых, которые вы захотите. Так, следующее, что у нас шло, это ванная. Вот такой вот комплектик. Открываем. И внутри все принадлежности для ванны. Даже, смотрите, сама ванна есть. Давайте ее Rainbow Dash поставим. Оп. Ванну туда. Есть туалетный столик. Пусть он будет пока вот здесь. Есть даже туалет. Он даже открывается, смотрите. Оп, оп. Что-то у меня тут малость вывалился. Ну, это обратно можно запихать. Так, туалет поставим. Еще один комодик для ванной комнаты. Табуреточка какая-то. И все. Вот так у нас выглядит ванная комната. Также у нас есть, смотрите, зал. Видимо, что-то вроде гостиной тоже. Открываем. Здесь у нас тоже вот различные детальки есть. Давайте к Пинки Пай поставим во входной зал наш. Вот такой есть шкаф. Ой, я тут нечаянно сломала, так что аккуратнее тоже собирайте. Видите, у меня отвалилось сейчас деревяшечки. Поставим его вот здесь. Также есть вот такой вот у нас тоже какой-то в прихожую, так сказать, наш какой-то шкафчик. И у нас есть также здесь стол. Обеденный. Он у меня будет не обеденный, он у меня будет вот тут стоять на входе. И у нас куча стульев есть. Давайте чуть-чуть опущу. Вот так вот. Куча стульев, которые можно расставить. Какие-то шезлонги. К сожалению, видите, надо будет приклеить мне дверцу шкафа, то он у меня теперь отпадает. Ну вот у меня слишком много стульев, они плохо вмещаются. Давайте расставим их на разные этажи. Например, сюда можно поставить. И сюда, и сюда. Это у нас был зал. Также у нас есть прихожая. Вот, наверное, вместо зала надо было в прихожую запихать всю мою мебель. Но ничего, поставим ее тогда, к примеру, на чердак. У нас есть чердак, там полно места, но не очень полно, но мы поставим вон туда, к примеру, мебель.
Вот у нас какой-то шкафчик. Ой, авария. Так, вот у нас есть даже для белья, ой, для белья, для одежды. Ай, у меня там все падает. Давайте я вам просто покажу, что у нас внутри есть, а то сейчас неудобно расставлять. Так, есть вот такой вот тоже комодик. У него открываются, если что, ящички. Ручечки есть, ящички. И есть вот такая вот скамеечка входная. Так, и последнее, что было... Это была детская. В детской у нас есть... Ай, упала. В детской у нас есть кровать, большая, двухэтажная. Есть вот такая вот качалка, лошадка. Ай, внутри там у меня застрял домик. Это у нас детская кроватка. Ну-ка, выползай, домик. О, упал, выпал. Есть вот такой вот домик. Точнее, вот такая вот кроватка детская. Есть... Вот такой вот у нас тоже шкафчик какой-то. Вот такой, это стол у нас. Открывается у него нижняя часть и вытаскивается ящичек. И есть стул, конечно же. Еще был второй стул, он у меня упал, я его потом достану. Это все можно установить тоже, где вам захочется, в любой части вашего домика. Ну и вот такой вот домик получился. Домик для моих поняшек, для моих девушек Эквестрии. Я думаю, вас такой домик бы тоже порадовал. К примеру, я думаю, это было бы отличным, хорошим подарком. К примеру, на 8 марта он у нас скоро будет, Международный женский день. Вот как раз кому-нибудь подарить самое то бы было. Вот, если вам такой домик понравился, вы можете родителей попросить. А если что, он стоил 2000. И каждый набор мебели, их было 6, по 300 рублей стоило. Один из комплектов мебели ушел в подарок. Также можно 5% скидку заказать, попросить. Так что, если вас, если что, интересует, то пишите, там, добавляйтесь в группу ВКонтакте и в личку ВКонтакте. Пишите, спрашивайте, я, если что, вам дам ссылочку на магазин. Вот такой вот замечательный большой домик. Напомню, он 76 сантиметров в высоту. Да, у меня немного был странный обзор. Обычно я на игрушки делаю. Это, в принципе, же тоже игрушка. Просто большая и с кукольным домиком. Вот. Вам будет, наверное, очень интересно разыгрывать в ней разные сценки. Все ваши куколки, игрушки могут жить. Главное, чтобы они помещались в него в этом домике. Главное, чтобы на него место нашлось. Домик-то замечательный сам по себе. Видите, поняшки в него отлично вписываются. Поэтому даже если у вас Барби в него каким-нибудь не влезает, то вы можете поиграть с вашими поняшами, и у них будет место жительства. Видите, если что, тут есть лесенка. Оп, со ступенечками, все хорошо, все идеально, и похоже на настоящий самый большой дом. А если вы его раскрасите, как вот были картиночки, вот вам еще парочку, раскрасите домик, то он будет еще более замечательно выглядит, красиво, очень ярко, красочно, потрясающе, великолепно, сногсшибательно, фантастично, феерично и тому подобное. Ну и вот такой обзор получился, надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, ставьте лайки, обязательно комментируйте видео. Заходите в мою группу ВКонтакте, а также на мой второй канал Маплаут Гейм. Ссылочка в описании. Ну и всем пока. До новых встреч. И пусть удача всегда будет с вами. Пока!